взгляд в прошлое. 1999 год. Практически миллениум. Совсем уже будет скоро. Это один из лучших комедийных фильмов. Бриллиантовый полицейский, друзья. Да, именно он. В главной роли Мартин Лоуренс. Ну и, конечно же, Люк Уилсон. Уже постаревший. С усами. Питер Грин, Дэйв Шеппел, Никол Али Паркер, Грим Бекл, Роберт Миранд и другие замечательные актеры того далекого 99-го года. США, Германия. Особенно фильма «Наши люди в полиции за бриллиантами не ходят». Знакомая фраза, где-то она была. Вы, наверное, вспомнили. Ну, конечно же, это же наш советский фильм «Бриллиантовая рука». Сборы только в мире были на 117 миллионов. Бюджет в 65. Ну, фильм практически окупился. Премьера в мире состоялась 17 сентября 1999 года. Зрителей посмотрело в Америке 13 миллионов. Ну, а релиз на Blu-ray был 26 февраля 2009 года от Columbia Sony. Ну что, кратко к сюжету. Вор должен сидеть в тюрьме и не работать в полиции. Создатели этого комедийного боевика с этим не согласны. Непревзойденный эксперт по сейфам и хранящимся в них драгоценностями Майлз Логан выходит из тюрьмы и сразу направляется в полицию. Незадолго перед арестом он спрятал бесценный бриллиант в строящемся здании, которое вскоре превратилось в полицейский участок. Да как так? Чтобы проникнуть на вражескую территорию и вернуть украденное, Майлз становится служителем закона. Вау. Смело. И как назло ему приходится участвовать в настоящих расследованиях. За считанные дни неисправимый рецидивист становится руководителем целого подразделения. Ну, это только в кино, конечно же, сказка. Ведь никто лучше вора не знает всех тонкостей криминального мира. Однако все это время преступное сообщество внимательно следило за карьерой бриллиантового полицейского и приняло меры. Ну, конечно же. В итоге спойлера. Посмотрите обязательно эту комедию. Она бесподобная. Она цепляет буквально с первых, ну, 10 минут точно. Вы в нее просто влюбитесь. Фильм на одном дыхании держит просто час 33. И не отпускает, и не хочется уходить, хочется даже продолжения. Мартин Лоуренс бесподобный, просто бесподобный. Тут даже слов нету. Моя оценка фильму 8,5 баллов. Это шикарная работа, я просто восхищен. И пересматривать, конечно же, можно ее практически бесконечно. Это бриллиантовый полицейский, друзья. Год 1999. Ну что, ставим лайк или дизлайки, подписываемся на канал. Помогаем по возможности на развитие канала любой монеткой. И адиос.